поздравляю, что ты на службу. Спасибо. Желание читаю в глазах огромное. Надеюсь, реализуешь все это на практике. Спасибо. Давай, успехов. Спасибо. В рядах Одинцовской полиции пополнение. Служебное удостоверение вручили 19 выпускникам вузов системы МВД. Председатель Совета ветеранов УМВД Александр Тарасов отработал в правоохранительных органах 27 лет. Теперь делится накопленным опытом с преемниками. Дал молодежи несколько мудрых советов. Поэтому не бойтесь бояться и спросить. Бойтесь совершить ошибки, совершать и поступить не так. За спрос, как говорят, не бьют в нос. Вы сейчас обязаны выстраивать свою работу именно на таком поприще. Все познавать, все узнавать. И чем больше вы будете спрашивать, тем больше вы будете знать специфику работы. Оперуполномоченные, следователи, сотрудники ДПС. Представительницы прекрасного пола из числа выпускников оказались не из робких. Выбрали непростую работу участковых уполномоченных. К этой профессии особые требования, говорят старшие коллеги. В основном об участковых уполномоченных люди судят о всей правоохранительной системе. Потому что вы всегда на переднем краю, вы всегда общаетесь с населением. Поэтому я вам желаю много-много-много терпения, везения и успехов в этой работе. Выбранная профессия – это призвание, считают наставники. Чтобы стать настоящим полицейским, нужно болеть за работу всей душой. Постоянно совершенствоваться, стремиться быть первыми. Управление МВД России по Одинцовскому городскому округу по итогу 2019 года также занимает первое место среди других подразделений Московской области. Поэтому с вашим приходом мы надеемся, что эта планка у нас будет держаться, и вы всегда будете первым. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».